Здорово, девочки и мальчики, вы на канале Play Cancer, с вами и я, Игровой Рак. И мы продолжаем играть Absolute End of Gods. И получается, по традиции, конечно, давайте по-быстренькому. Подписка, лайк, колокольчик, ссылка на любой комментарий. Че, погнали? Так, мы закончили на том, что нам нужно Ярмгрейп забрать. Кажется, это было около планшета Абсулов. Вот, отдел изучения Абсулов. Все равно как-то пидорасит маленько, но быстро тебе доехал. Так, нам нужно наверх. Нам нужно наверх. Вот. Так, теперь они у тебя. Отправляйся в комнату напротив того места, где я умер. Ой, ёптво. Там ты найдешь физический дрон, который сможет установить тебе. Ёпта. Вот. Все ключи и весь планшет Абсулов. Че, обратно давали? Вот этот пес. Не Фенрир случайно? Сейчас мы, друзья, себя немножечко модифицируем. Так, свалка мусора. Ну такое, знаете, шалтай-болтай. Сходи туда, возьми то, пройди обратно. Глянем. Глянем. Что тут у нас? Так, подвал первый, свалка для мусора. Так. Понятно. Ага. Там лаборатория. Все-таки тот операционный стол, он для нас, друзья, на самом деле, предназначен. Сейчас мы вернем себе типа былую славу. И засунем этот глаз и Ярмгрейп себе в тело. Найди террорический дрон. О. Пиздец. Ебать. На живую руку типа отхуярили. И походу пиздоглазу. Твою мать. Понятно. Ну что, нам теперь полегче, нет? Слава Одина. Одна из твоих доработок сработала так, как планировалось. Тем не менее, ее силы оказались недостаточно. Мы должны найти что более мощное, чтобы уничтожить этого ублюдка. Кроме того, нам предстоит найти ответы на массу других вопросов. Вопросов обо мне, когда Локи создал тебя, он ставил перед собой какую-то цель. Великую цель. Теперь, мне кажется, мы сможем найти ответ на этот вопрос в Хельмхейме. Поэтому я хочу, чтобы ты нашла Хельмхейм. Хватит давать мне указания. Ты знаешь обо мне все. Ты должен все мне рассказать. Я имею право знать. Когда Локи разбудил мое тело, пополам это оказалось жертвой, которую он принес ради своей дочери. Ее звали Хель, и она умерла много лет назад. Учитывая все, что происходит, я полагаю, что артефакты, которые он использовал, создавая тебе, принадлежат самой Хельме. Локи хотел вернуть свою дочь. Да, этому он создал тебя. Сегодня ни один из жителей Мирграда не сможет выступить против Локи. Потому тебе придется начать с себя и найти ответ в себе. Учитывая то, что Абсулов больше не поддается контролю, а корни Сильтака, один из них должен привести тебя. Ты видела хоть один корень? Я видела. Он находится в западном крыле. Я говорю о грузовом лифте. Он сможет доставить нас туда, я расположен корень, который использовал. Получается, что мы отправляемся в мир нежити по своей собственной воле. Это просто безумие.
А там просто труп лежит. Так. Ага. Задание учить через запад крыла. Изучите свое прошлое. Хайня. Так, 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 так. Блять, и не заведели, главное. Ну и чё? Так, система переработки отходов, сока мусора. Через западное крыло. Как, блядь, понять, какое нахуй крыло вообще? Я просто не верю в это. Ключи не открыли обсулов. Корни начали разрастаться еще быстрее. Нам лучше поторопиться. Вон какой-то какаш играет. GTA 5. Так. Я так понимаю, вот это же она. Ну, то есть, как мы сюда приехали, так и уезжаем. Как же, сука, медленно. Да уж. Пищ. Хренак. Поехали. Вот в этих моментах игра и потупливала. Сейчас же вроде бы все нормально. Какая странная форма. Мои чувства не совсем не такие. Я могу видеть все, не используя глаза. Я могу говорить, не используя гортань. Сохраняемся. Так. Да, чем больше сохраненок, тем лучше. А иначе, как в прошлый раз, я тупо сдохну. Так. Так. На всякий случай. Кенши играет. Слава богам, хранители Хельхейма. Это ужасные люди, которые умерли, но их внутренний демон проклял их, заставляя искупиться грехи сполна. Это вот эти вот, которые с раздробленными ребрами и паучьими ножками из груди. Да. Да, да, да. А вот сейчас так как-нибудь и получится, что не буду пересекаться с ними, чтобы не тратить заряды. Не зря же, кстати, надо было назад возвращаться, где лежали все эти заряды. Еще один патрон, как бы заряд. Давай уже, сука. Прикольное место. Друзья, на будущее, кто будет играть, вот обратите внимание. Ох ты, блядь! Сука.
сдохни. Так. Сохранений много не бывает. Блин. А где ж мне взять? 8-й. Вот, блин, а. Блин, а где же подзарядить-то его, Ярнгрейп? Я ж где-то видел. Так, подожди, подожди. Я видел, он тут точно был. О, а вот он и камушек. Все понятно. Чисто для камушка, ага. Подожди, херня какая-то. Так. Есть там где-то заряжалочка, я помню. Меня не наебешь. Блять, ну была же. Что за фуфло какое-то непонятное. Очень странно. Где, друзья, я маленечко проёбся. Блин, а как же мне взять этот патрон, а? Ну да ладно. Поступил, конечно. Ладно, так, блин, зря время потерял, ну ладно. Так, валим обратно. Так. Хельхейм. Мы должны перебраться через эту расщелину. Вот те колонны на другой стороне. Я не уверен, но мне кажется, что ты сможешь активировать их выстрелом из Ямгай. Сейчас, подожди. Так, сначала спустимся. Ой-ой-ой. Всякий случай. Так. Потоки энергии этого храма очень похожи на Эйтри. Мне кажется, что ты можешь установить заряд Ярнгрейва. Thank you.
Блин, зря потратился, сука. Ну да ладно. Валим, валим. Так, раскол мы пересекли. О, какая черепуха. Я думаю, без разницы, что там идти, что тут идти. Что-то прям темно, я вам, друзья, скажу. Души стоят, не знают, куда себя деть. Непрекаянная душа черная. Да. Ага. Так, так, все. Чем дальше, тем... Так, блин, а куда же мне надо? Так. Бежим, бежим. Хм, прикольно, на ступеньке он не полез. Убегаем. Сохраняемся, естественно. Потому что сохранений много не бывает. Словно все в точности, как книга. Храм богини Хель, что говорится в книге. Сердце Одина наполнено яростью. Его сын отдал свой последний вздох, чтобы вызволить его из темноты, заплатив за это своей жизнью. Врата останутся закрытыми до тех пор, пока тот, кто хочет пройти, не докажет, что готов, да? Врата открываются только жертву? А какую жертву идет речь? Хранители Хельхейма, 9 хранителей парят по земле, парят их точной тьмой, силами. Так, уничтожьте стражник Хельхейма, чтобы открыть врата. Так. Ну и чё, и кого убивать надо? Изучите свое прошлое в Хельхейме, уничтожить 9 стражников Хельхейма, чтобы открыть врата. Прикольненько. А делать-то чё? Подожди, давай-ка мы сейчас сюда. Все, обратной дороги нет, только вперед. Ладно, будем пробовать. Короче, нам туда надо. Немного для меня непонятно. Главное, Локи отправил ее в Хельхейм, то есть царство мертвых, да? И она была с нормальной рукой. Откуда она там отросла. Но вернувшись, получается, через портал, то есть она осталась с нормальной рукой. И я что-то не совсем понимаю этого прикола.
Это либо какая-то неточность, либо что раз она якобы умерла, то типа возродилась, и бу-бу-бу, и все такое. Зарядимся немножечко. Не совсем пойму, чего еще, куда я бегу и зачем. Будем бегать туда-сюда. Осталось 5. Осталось всего 5, будь осторожна. А, типа тупо вот этих вот паучков заваливать. Сейчас, сейчас, немножечко. Подзаряжусь, так сказать. Блин, супер. И чеканул же меня все равно, тварь. Ладушки, ну и... Ага. Так, нету ничего. Сейчас чуть-чуть отдохну в экипаже. Глаза. С приборами ночного видения. И... Вот и все 9. Возвращайся к ротам как можно незаметнее. Они могут быть повсюду. Это оно прикольно, конечно. А как мне можно более незаметно возвращаться к ротам? Так, подожди, это я, получается, тупо вернулся. А тут чё?
сейчас чуть-чуть отдыха. Да, друзья, что-то вот в этих моментах как бы есть, наверное, фишка игры. Так, ладно. Сейчас будет, наверное, конечно, много обезьяньей работы. Ух ты! Обалдеть! Как это я так... Чуть не пропустил, друзья! Нет никакой гарантии, что я реально что-то где-то не пропустил. Возможно, даже и пропустил. Типа он говорит, возвращайся более незаметно, типа не повсюду. А как тут можно что-то незаметно куда-то вернуться, я не пойму. Так. Ага. Ну, что теперь-то? А знаете что? А давайте-ка я сохранюсь. Давайте-ка я сейчас сохранюсь. Так. Во. Я сохранился, чтобы как бы весь мой прогресс, так сказать, в игре не пропал даром, если вдруг я сейчас как-то... Немножечко нагнут меня. Блин, 7 бы камушков найти. Хлебушка-то. Ну это те, кто смотрел зеленый слоник. О! Еще сохраненочка, потому что? Сохранений много не бывает. Ебоньк. Ага. Вот он, планшет обсулов. Куда свалить? Ну давай налево пойдем. Что ж мы не можем налево даже в игре сходить. Так. И что тут у нас? Ага. Это типа как жнецы какие-то, что ли, да? С косами. Жницы с косами. Черепухи такие. Брутальные. Валим, валим. Именно там закончился путешествие в этом мире. Дочь Локи, повелителя Хельхейма. Она была уничтожена ради возмездия за смерть сына Одина. Она действительно заслужила это? Может быть и нет. Смотри, позади трона источник света. Типа он там. Типа трон. Ха, и на нем. Ты только что? Каково это? Моя рука очень холодная. Очень достижение, ага. Ян Грейв поглотил энергию косы и отправил ее в Эйтрий. Этого не должно было случиться, разве что... Слава богам. Твое тело получило сущность самой Хейль. Теперь ты стала полубогиней, получив часть своих удивительных сил. Теперь ты можешь поглощать смерти. Я говорю о духах, ты можешь забирать их силу. Уничтожь замок, который держит нас заперти. Мы должны вернуться в Мирград, чтобы положить конец безусловно Локи. Возвращайтесь в Мирград, уничтожьте Локи. Прям так как пошла музычка, друзья. Иди сюда, во. Вот так.
души, которым уже не суждено вернуться назад. Иди сюда. Все, я так понимаю, мне нахер не нужно. Боевая такая музыка. О, камушек, иди сюда. Что-то тут залежался, дружок. Так, осталось 6. А я думал, мне нужно за трон. Это и есть это? Как ее там? Дочь Локи. Подожди, типа что, ну вообще все души забрать? Вон еще одна душа. Или это чисто прикол, типа? Прикол. Так, ладушки. И что дальше? Значит, возвращались Мидгард и уничтожьте Локи. Ну ладно. Допустим. Вообще такая готическая такая игрушка, я вам скажу. Меланхоличные такие образы. Так. Сколько ж мне там всякой ерунды там понаприслали, ладно. И что мы видим? Еще разочек сохранится. Сюда, дружок. Сейчас мы разобьем эти чары. Фиолетовый огонь. Отлично. Нет, смысла типа нет. Типа просто... Оооо, дружи. Пришло время уничтожить хранителей Хельхейма. Они слишком долго обитали в твоем королевстве. Оооо, в твоем. Вот так. Сохраняемся. О. Так, надо бы, мне кажется, немножечко... Ярнгрейб свой подзарядить. Оп-оп-оп. Отличненько. Валим, друзья. Дальше. И тут у нас, знаете ли, вот как бы 200 душ собрать, и было бы вообще шикарненько. Нас. Перегрев типа с понтом. Слава Одина. Хельхейм пробуждается. Меньше затрат. На, сучка.
Так, отлично. Надо еще душу. 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 Изучаю ушу. Беру немножечко душу. Так. Душ, как я посмотрю, здесь предостаточно. Где ты есть? Жалкая, одинокая душа. Теперь ты моя. Хватит тебя. Так, так. Так, разрушение силы Амельорня, сочетание с умением поглощать смерть. Какая смертоносно опасная комбинация. Амельорня. Отлично. Поэтому здесь только душ. Что? Их души покинули тела, но никак не могут оторвать, скорее поглощая их. Вот как, я понял, прикольно. Теперь их можно просто преобразовывать, грубо говоря, в энергию. Прикольно, а чё? Валим дальше. И... немножечко сохранится. Отлично. Так. Получайтесь Мидга. Уничтожьте Локи. Я вот только не знаю, мне туда надо? Или туда не надо? Просто куда мне в итоге-то надо? Я просто что-то не совсем... друзья, знаю куда. Так, ну здесь тупик. Значит, точно не сюда. Богиня смерти. Полубогиня смерти, да? И, типа мы за нее. Но я чувствую это приближение конца игры. Потому что, друзья, если было бы еще много игры, нам бы не давали как бы столько возможностей. Ну, я думаю, вы согласитесь с этим. Я думаю, вы с этим согласитесь. А что, собственно говоря, происходит? Что происходит? ХЗ что? Тю! На колени, сучка. Иди ко мне, тварь. Все, ты моя. Так, возвращайся в Мидгард. Наконец-то. Одного Эйтрия было бы просто недостаточно. Однако уверен, что эта комбинация может уничтожить его раз навсегда. Навсегда. Я так понимаю, нам нужно идти, опять же, к планшету Апсулов. Хватит себе, дружок. Блин, или ну их нахер. Тут трачу только зря заряды на них. Манду. Как бы они нам не упали от слова совсем. Но
вот восьмерки почему-то так и нету. Ну и где вот ее брать? Вот. О. Обалдеть. Вот она где, оказывается. Опа. Плюс еще один патрончик. Заряд, вернее. Чпок. Но у меня не хватает еще одного. До полной коллекции не хватает тупо еще одного. Так, естественно, мы сейчас сохранимся. Так. Погнали. Итак, вот таким стал этот мир. Касса хаоса и разрушения. В своем безумии он выглядит... Эй, Хенри, как обстоят дела в Мидгарде? О, точно, ты ведь никогда не видела этот мир. Он померк. Темные города, уничтоженные страны. Мне кажется, что я никогда не мог подумать о том, что в Мидгарде не останется ничего, кроме рун. Твои слова сложно назвать. Но все было бы не очень плохо. Мидгард — это мой дом. Вернее, он был им. Люди приходили в этот мир, чтобы жить, но каждому человеку нужно было бороться за свое существование. Что ты делал, чтобы спасти себя перед тем, как все это случилось? Семья. У меня была Сара и Эльс. Они были важнее всех остальных вещей в этом мире. Хенри, кто такая Элис? Элис — это наша дочь. Она заболела так сильно, что даже Боркорп не смог спасти ее. Отчаяние довело меня и Сару до края. Мы хотели выйти за пределы разумного, чтобы найти способ спасти ее. Именно тогда нам удалось найти Апсулов, используя голос, который поселился в Лофтие. Сначала это казалось благословением. Он помог, хотели, спросил нам столько информации, что каждый из наших членов был просто... Человечество получило возможность выйти за грани и получить новую жизнь. Именно в этот момент он смог проникнуть в нашу систему. Когда я понял, что происходит с сотрудниками, было уже слишком поздно. Все, что мне осталось сделать, это активировать экстренную систему защиты, которая заблокировала входной канал. Что случилось с твоей семьей? Скорее всего, Сара погибла в самом начале этого хаоса. Мне кажется, что я прекрасно понимал это, но я все еще слышал ее истинные голоса, а все остальное просто не имело смысла. Как только я увидел глаза Элис, которая вновь услышала свою мать, я забыл обо всех подозрениях. Я просто слушал свою жену, собирая все новых и новых людей, чтобы собрать эти гребаные ключи. Папе. Я думал, он говорил, это ебаные ключи. Элис захотел помочь мне, как и все остальные. Она никогда не вернется обратно. Мне казалось, что я нашел ее и думал, что смогу спасти, но было уже слишком поздно. Мне очень жаль, Хенри. Да, мне тоже. Если бы я отказался от этих ожесточенных поисков, ничего из этого не случилось бы. Ты мне... Чему быть-то мне? А теперь я хочу, чтобы ты помогла мне исправить это. Мы должны уничтожить Локи. Ради спасения человечества и жителей девяти миров. Ты должна уничтожить Локи. Все равно что-то, друзья, блин, подтупливает на самом деле. Локи, мы пришли за тобой. Стреляй! Сила, которой ты наделена. Сила моей дочери, я чувствую ее силу.
Я недооценил тебя, моя дорогая. Только теперь ты стала такой, кем была задумана. Мне казалось, что тебе нет равных в этом мире. Скажи мне, на что ты способна, получив эту силу. Я, если честно, не совсем понимаю, куда мне вообще надо. Это какая-то, друзья, потеха непонятная. Как-то странно, если честно. Я что думал, сохранюсь и все. А нет, друзья, придется на немного еще затянуть ролик, блин. Музычка боевая. Там скандинавская, прям викинги идут, прям бой. Почему-то нету титров. Непонятно, что он там говорит. Так, я чувствую, мы приближаемся к концу. Так, друзья, ну давайте мы этот конец отложим на следующее видео и сохранимся. А вам, естественно, друзья, спасибо за просмотр. С вас подписка, лайк, колокольчик, комментарий. И всем удачи и пока. Ha 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 ha